зал районной администрации полон гостей. Дольщики западных ворот столицы собрались на очередную рабочую встречу. В этот раз с позитивным настроем. Еще в июне на совещании с участием заместителя председателя областного правительства Германа Елянюшкина инициативным группам объявили, что за решение проблем долгостроя возьмется группа компаний «ПИК». Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и в этом, по мнению дольщиков, во многом заслуга областного и районного руководства. Мы хотим вручить такую некую благодарность, чтобы вы помнили об этом всегда, и другие знали, что, в принципе, все возможно, и все получится, если очень сильно захотеть. Спасибо, конечно, большое, что вы слова благодарности от вас слышите, не только нарекания, да. На самом деле впереди работа предстоит еще очень колоссальная и огромная, и надо просто набраться сил, терпеть, ждать и помогать, как говорится, в дальнейшем. Да, спасибо огромное. Сводный реестр дольщиков, поиск нового застройщика, кропотливая работа с инициативными группами. За все это дольщики благодарят губернатора Московской области Андрея Воробьева, заместителя председателя областного правительства Германа Елянюшкина, представителей Минстроя Московской области, а также главу Одинцовского района Андрея Иванова и председателя общественной палаты Захара Иванова. Действительно, мы с радостью говорим слова благодарности, потому что принадлежим к той категории граждан, которая на протяжении 10 лет находилась в таком подвешенном состоянии. И то, что вы делаете для нас, и те решения, которые вы принимаете, конечно, это очень вселяет нам большую надежду. Уважаемый Герман Вячеславович, выражаем вам глубокую благодарность за принципиальную позицию по решению самой сложной в России проблемы строительства жилья, возведения жилого комплекса «Западные ворота столицы». Искренне благодарим вас за организацию в составлении самого важного для нас документа, направленного на возобновление и завершение строительства ЖК «Западные ворота столицы». Это сводного реестра дольщиков. Они устали ждать и верить обещаниям. Позади сотни пикетов, десятки акций и даже голодовки. Но настрой группы компаний «ПИК» внушает доверие. «Мы вынуждены считать деньги», говорят застройщики, и обозначают сроки. Точка в истории западных ворот столицы будет поставлена в конце 2018 года. На объекте работает порядка 4-5 подрядных организаций. В основном работы ведутся по ремонту и оконных, остеклению оконному, по фасадным работам, по внутренним инженерным системам. По словам застройщика, пока идет экспертиза проектной документации. Осенью следующего года запланирован ввод в эксплуатацию второго и третьего корпуса. Также сохраняются обязательства по строительству подземных паркингов и детского сада, который станет пристройкой к третьему корпусу. С 19 декабря в Минстрое Московской области будет открыт офис для встречи с дольщиками. Ежедневно будет вестись работа с документами по 10 квартирам. Такими темпами специалисты компании планируют закрыть юридический брешь. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».